Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня будет интересный видосик, как долго фармить, я не знаю, без усталости всякой битву замков, особенно Блиц турнир. Многие зависают здесь, и я решил тоже сегодня попробовать. И в принципе за где-то 2-2,5 часа я вышел в топ-1, то есть тут надо просто немножко будет подправить у себя расстановочку, чтобы быстро не сливали. Сейчас покажу вам все нюансы и покажу, как же все-таки настроить для тех, кто не знает. Ну, это опять же, это для, скажем так, донатов, для тех, кто купил Battle Pass, потому что если вы не купили Battle Pass, вы так фармить турнирку не сможете. Из одной причины у вас уйдет на это куча самоцветов. А здесь, я не знаю, возможно, они это пофиксят, потому что, ну, это вообще бессмысленная локация, особенно турнирка. Ты сидишь и вот так вот, смотрите, я не играю, у меня герои вылетают и сливаю противников, то есть я ничего не делаю, я поставил на 2,5 часа на эмуляторе загрузочку, я могу себе свободно фармить само по себе. Как видите, плюс-минус футки убывают, добавляются. В общем, покажу сейчас, расскажу, как лучше сделать, потому что я у себя и одну раз, ну, одну выкидку сделал, и вторую здесь нет у нас магии. А сюда надо желательно зеленого смотра, для чего тоже сейчас расскажу. У вас тут окошко не видно, я надеюсь, будет потом видно на LD-плеере, как настроить. То же самое можно сделать и на Ноксе, и на Блустаксе, по-моему, есть. В общем, самое основное и самое интересное здесь лучше всего, конечно же, зеленый смотр. Почему? Он дополнительно блокирует вражеских героев, это раз, то есть он не дает им включиться, накидывает молчанку. Второе, давайте даже сейчас остановим, посмотрим, сколько у нас будет. Вот 7.099 у меня, видите, еще не обновилось место. Ну, то есть по сути оно плюс-минус кидает. Сейчас мы вот посмотрите, 7.099, сейчас мы вернемся обратно, у нас будет меньше уже. Так, все зависит, конечно, еще от вашего дефа. Так, я хотел смотра. Вот снимает бафы, наносит дамаг, понижает энергию. В общем, в чем сам прикол зеленого смотра, плюс он еще хилит. То есть, ну, он такой самый топовый, самый, в принципе, простой в сборке, потому что в любом случае вам надо будет опник, лазуля. Ну, то есть это у меня такое вот оптимальное состав я себе подобрал. Я не бегаю с Минотавром. У меня также есть командорка, которая тоже, как видите, к зеленому смотру относится. Плюс Ронин тоже зеленый. То есть это самое простое, самое лучшее. Такс. Поехали. Итак, заходим опять в турнирку. 7.099 пока что. Сейчас должно... Сейчас попробуем батл сделать. Я без скрипта запущу. В общем, вот я такой вот один скрипт сделаю. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Это, в принципе, очень легко. Ну, я скачал LD-плеер уже давненько, и на LD-плеере просто удобно. Он тоже неплохой и не так подвисает. В общем, так. Давайте сейчас открою экран. Вот мы на дисплее. Так, единственное, я сейчас уменьшу захват. Вот так вот видно сам LD-плеер тоже. Вот он есть. Вот, как видите, есть, я сейчас закрою, вот есть такая вот иконка. Запись операции. То есть можете в Ютубе вбить, ой, говорю, в Ютубе, в Гугле LD-плеер, и оно вам выбьет
не проблема скачать, если есть компьютер, это самый простой способ. И это автокликер даже на фарм можно с магией сделать. И подземки я раньше так фармил, многие не знали, как быстро выкидывать магию можно было с помощью, когда у нас была проблема с подземками, сейчас уже ее нет, с помощью быстрых команд все выкидывать. В общем, поехали. Нажимаем на запись операции, вот открываем вот так вот окошко, именно окошко блиц турнира, вот самого блиц турнира. Заходим, вот есть, нажимаю, вот есть у меня первый и второй скрипт. Допустим, если я сейчас нажму первый скрипт play, у меня он уже забинтен, у меня сейчас постепенно отодвинется. Вот смотрите, моих рук нету, то есть оно само все делает, выкидывает в одной точке. Такой я пользовался сегодня таким скриптом, честно скажу, в одной точке не то. Если у вас особенно такие топовые герои есть, лучше раскидывать по разным частям. Почему? Потому что есть расты, где герои могут упереться в одного, либо их там поблочат, либо они не смогут добрать. То есть в таком варианте у меня где-то 4-5 поход, ну, я не успевал убивать здание. Ну, конечно, еще зависит от героев. Здесь такие, в принципе, которые забегают, я их побольше поставил. Но я там Дрейка ставил, то есть вы уже можете подбирать под себя. Вот смотрите, 122 у нас, то есть сейчас будет очень медленно подниматься. Вот есть расты, сейчас мы запустим с одной стороны. Я не знаю, мы набьем, не набьем. Ну, до этого я проходил, в принципе, вот 43, 52. Ну, тут питомцы стоят. Питомцев тоже надо не забывать, особенно питомцев, которые бьют по зданиям. Ну, в итоге, не видно, сколько мы там получили. Вот 149. И таким образом оно фармится, но потом, если на вашу расту нападают, вас тоже могут сливать. Поэтому не забывайте о дефе. Я апался у себя до 7200 на апал, и потом смотрю, что-то вроде выиграл минус 50. А люди точно так же параллельно нападают и сливают вашу расту. Поэтому надо еще и деф выставлять неплохой. Вот. Ну, это такое вот. И с таким вот образом апается оно все очень быстро. Сейчас я закончу. Вот вторая, которую я вам показывал. Итак, чтобы сделать, ну, выставляете героев, вот сделать запись, нажимаете начать, щелкаете, ну, в принципе, вам видно, думаю, мышку, нажимаете на LD плеере Ctrl и колесико, чтобы отдалить. То есть не делаете это быстро, выкидываете одного героя, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого, допустим. Если у вас есть Battle Pass, в принципе, вам не страшно это все. Ну, допустим, я заканчиваю где-то на 50, но мы закончим сейчас на 45. Вот, ударил цеп, все, exit, вышли. Все, можете закончить операцию, то есть этого вполне хватит. Вот есть скрипт 3, мы его записали. Ставим здесь ручная остановка. Вот, нажмите кнопку стоп, чтобы остановить. Все, нажимаете сохранить и запускаете скрипт. И сейчас у нас точно так же выкинутся все герои. Ну, вы уже можете по-разному настроить, кто как хочет, кто как выпускает. Можно и с Минотавром, но на английском сервере очень много ребят с юнитами, поэтому Минотавр там бесполезен в первые секунды. И вот герои вот рандомным образом, точно так же, как я их выпускал, вылезли здесь. То есть есть расты, которые герои по кругу стоят, то есть, ну, все уже зависит от того, насколько вы подберете под свой аккаунт это все. Ну, вот без проблем, видите, можно фармить дальше, 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 вот. И он будет все время, то есть вы можете забиндить, поставить на час, там, думаю, в настройках разберетесь, это не очень сложно, на час, на два. Точно так же можно сделать и с магией. Вы можете рейды фармить, то есть для бездонатов это тоже будет полезно. Особенно фарм в рейдах, то есть если у вас нету времени, либо вы сильно заняты, поставили, включили там плеер и занимаетесь своими делами, он себе будет фармить. Главное не провтыкать, потому что бывали нюансы. У меня был когда-то, я вот видите, 70-0-90, кто-то на нас напал, прошел, у нас соответственно забрались кубки. Ну вот, когда-то я был точно так же забиндил, и в итоге у меня начал, ну, этот
автокликер просто фармить героев, то есть такое тоже было, там минус 50к, то есть это в принципе несложная вещь, она есть сейчас в любом плеере, на мобильный тоже есть, там где-то ребята предлагали порекламить, найду, мобильный есть автокликер, то же самое, то есть без проблем можно будет сделать это и на мобильном, оно тоже в принципе в общедоступной информации. Ну это так, для ленивых таких, как и я, решил показать, как взять топ там за 2-3 часа, выйти в топ и не париться, потому что многие реально есть такие ребята, которые сидят, это фармят. Тут даже для фарма это удобно, для фарма ежедневного уровней, то есть запустил себе, ушел через полчаса, пришел, у тебя уже все задания пройдены. Ну все опять же зависит от того, если у вас Battle Pass, если нету, вы попадете на кучу самоцветов, там можно сделать подрез, но это опять же оно бессмысленно. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, ставьте лайки. В принципе, вроде все вам показал. Как видите, топ блиц турнире берется за 2-3 часа без напряга, без заморочек, скажем так, все полностью проходятся. Ну тут чем дальше, тем выше. У вас меньше противников, вы уже начинаете воевать с одними и теми же топами. Тут могут попадаться ребята, с которыми вы будете 10-20 раз воевать. С таким вот образом можно свободно фармить на 100%, немножко дольше времени дали, но тогда меньше у вас нападений будет. То есть по времени, по таймингу тоже подбирайте, потому что со временем любой плеер зависает и у вас будет просто, он зависнет и не будет работать толком сам скрипт. То есть тут еще есть некоторые нюансы, но думаю, вы сами разберетесь уже с ними. Как видите, любая раста, вот в чем плюс здесь, то что любая раста проходится просто чисто героями, которые дамажат вдали. Так, что у нас в итоге получилось? 7100, 126, видите, он тоже вот фармит. Ну, то есть таким вот образом вы себе поднимаетесь каждый раз в топе. 7400 у кого-то, Infamous Decay, он сидит и тоже фармит. Ну, то есть таким образом ребята вот в топе, там, не знаю, топ, наверное, вот топ-50 так и фармит. Кому интересно, можете тоже пользоваться. Все, всем удачи, всем пока.